Добрый день. В данной инструкции рассказывается, как настроить робота Stop & Profit для одновременной работы на нескольких торговых инструментах. Как устанавливать данного робота и настраивать параметры, смотрите видео инструкции, которая посвящена установке и настройке робота Stop & Profit. Перед вами торговое место трейдера в терминале Quick, на котором настроен робот Stop & Profit на инструмент RIG 4. Сейчас мы расскажем, как настроить на одновременное выставление стопов по нескольким инструментам. Давайте настроим на рубль-доллар. Для этого вам необходимо сделать следующее. Откройте папку CXSERIOUS и создайте новую папку. Назовем ее Stop & Profit C. Обратите внимание, в данном случае при названии папки большие и маленькие буквы не принципиально, но наличие пробелов принципиально. Теперь из папки Stop & Profit, которая настроена на инструмент RIG 4, скопируйте все файлы вновь в созданную папку. У вас здесь будет находиться файл Robot Stop & Profit, лог файл, файл с параметрами и ваша лицензия. Вам необходимо купайловский файл открыть в любом текстовом редакторе, открыть с помощью любого текстового редактора, например, блокнота, и проделать следующие действия. В верхней строчке перед точкой запятой добавьте C. Эту строку вы увидите, когда будете загружать портфель в Quick. В следующей строчке перед точкой запятой тоже добавьте C. Эту строку вы увидите в таблице, которую будете выводить непосредственно. Дальше. В строке Script Path вам необходимо изменить название папки. Обратите внимание, этот путь должен быть точно такой же, какой вы создали. Теперь вам необходимо загрузить портфель с роботом для нового инструмента. Проделывайте стандартные действия. Таблица, портфели, задать портфель. Выбираете уже новую папку Stop & Profit C. Загрузить локально, выход. Таблицы, портфели, доступные портфели. Вот у вас появился второй робот. Для него поставьте 1 секунда период расчета, применить, таблицы, портфели, просмотр портфеля. Выберите нового робота Stop & Profit C, добавить все. У вас появилась вторая табличка. И стандартное сообщение. Первый раз появляется файл параметров не найден. Вам необходимо для данного инструмента создать файл параметров. Может показаться, что это немножко сложно, но зато, запустив конфигуратор и выбрав папку Stop & Profit C, файл с роботом, вы сможете для второго инструмента задать совершенно независимые настройки для выставления стопов и профитов. Меняем код контракта. Обратите внимание, S большое и маленькое. Так, как выводится в текущую таблицу параметров. Это важно. Здесь большие и маленькие буквы имеют принципиальное значение. Выберем статический стоп. И для форца значение стопа задается в пунктах. Конечно, выберем поменьше. Проскальзывание 30. Стоп 30. И величина отступа take профита. Нажимаем «Применить» и сообщение в графе «Инфо» пропадает. Окно конфигуратора также можно закрыть. Теперь вы настроены на два инструмента одновременно. Давайте проверим. Зайдем по инструменту RIG 4. Купим. Автоматически выставился «Profit» и «Stop». Настроим при помощи якоря стакан и график на другой инструмент.
и купим один контракт. Вы видите, по данному инструменту также выставился Stop and Profit. Теперь вы можете спокойно торговать по двум инструментам одновременно. Роботы будут автоматически выполнять свою работу. Закрываем инструмент SIG4. Стоп снимается. Меняем размер позиции по инструменту RIG4. Стоп автоматически корректируется. Таким же способом можно настроить робота Stop and Profit на неограниченное количество инструментов одновременно. Если вы одновременно не торгуете двумя и более инструментами, вы можете использовать одну таблицу, просто меняя код бумаги. Благодарю за внимание.